главный тренер футбольного клуба «СКА Энергия» Валдес Иванаускас. Можно, пожалуйста, краткий комментарий по, или не краткий, по сегодняшней игре? Я думаю, после двух поражений 0-1 очко сегодня выиграл. Да, имеем проблемы с составом, есть много травмированных. Конец первого круга, уже второй начался, так что мы эти проблемы понимаем, и ребята отнеслись по-профессиональному, и очко, думаю, что заслужено. Я думаю, что с обеих сторон, думаю, Игорь тоже согласится с моим мнением, что ничья – это справедливый результат. Собственно, есть какие-то вопросы? Нет? Все.